13 сентября 1883 года потомственная почетная гражданка Варвара Алексеевна Морозова вошла в Московскую городскую думу с заявлением следующего содержания. Желаю почтить память великого писателя, имею честь предложить городской думе основать в Москве бесплатную читальню имени Ивана Сергеевича Тургенева, ведение городской думы на следующих условиях. Я жертвую 5000 рублей на приобретение книг и 5000 в фонд для пополнения библиотеки и выписки газет и журналов на проценты, которые он будет приносить. Я принимаю на себя первоначальное обзаведение читальни и на первые 5 лет расходы по ее содержанию. Если бы по истечении 5 лет я не нашла возможным продолжать содержание читальни, а город не пожелал бы содержать ее за свой счет, я сохраняю за собой и своими наследниками право распорядиться как книгами, так и капиталом читальни по усмотрению. Предложение Варвары Морозовой было принято на заседании Московской городской думы уже через неделю, 20 сентября 1883 года. Проект устава читальни был утвержден весной 1884 года. 27 января помещение было освящено, а 28 января 1885 года читальня распахнула свои двери для первых посетителей. Это была первая бесплатная читальня для просвещения и образования простого народа. После ее сноса ее детище переехало в не менее уникальное комплексное здание 17-19 веков в Бобровом переулке, куда нас и пригласили провести выставку «Жизнь прекрасна», чтобы мы порадовали взоры всех посетителей, любителей прекрасного. И тихо так, так тихо, тихо так, так тихо. Это мерный ход часов, где вместо стрелок нити и за стежком еще стежок на холст ложится, в шедевре превращая наши чувства, наши мысли. Фея знала свое дело. И, летая в небесах, днем и ночью, то и дело совершала чудеса. Фея кукол создавала, мастерила, колдовала. Все, чего она касалась, оживала, просыпалась, и в ее руках послушно обретали куклы души. Ведь у кукол судьбы тоже с человеческими схожи. А потом свои трофеи раздавала людям фея, потому что это средство, чтобы вечно помнить детство. Ниночка, какая у нас все-таки прекрасная получилась экспозиция. И какое великолепное соседство, да, вышитые картины и авторские художественные куклы. Да, замечательно. Знаешь, и место шикарное, и зал великолепный. Прекрасно просто. Куклы с картинами настолько органично смотрятся вместе друг с другом, что порой даже кажется, что в какой-то момент куклы и картины оживают и начинают беседовать друг с другом. Мне кажется, так оно и есть. Я представляю и вижу уже, когда выключается свет, наступает ночь, оживают картины, оживают куклы и начинают вести между собой какой-то диалог. И вот именно тогда начинается вот то настоящее волшебство. Просто сказка какая. Да. Вот бы подслушать, о чем они говорят. Я всю жизнь мечтала услышать, о чем разговаривают куклы ночью. Точно они живые. Я это знаю. Я знаю, картины говорят. Совершенно точно, говорят. Но не со всеми и не всегда. Почему? Спросите у них сами. Или просто прислушайтесь. Вдруг получится, вдруг услышите. Только никому не рассказывайте, а то вас сочтут за сумасшедшего.
Я вам расскажу. Я вам расскажу, что услышал, стоя у одной из картин на выставке в галерее. Посетители давно разошлись, и зал пора закрывать. А я все не мог оторвать взгляд от очаровательной девочки, нежно прижавшейся щекой к матери. Мама, как тебе кажется, господин смотрит на тебя или на меня? Конечно, на тебя, моя милая. А мне кажется, ему нравишься ты. Он каждый вечер останавливается возле нас. Этот господин – ночной сторож. Он отвечает за порядок и безопасность. Поэтому осматривает и запирает на ночь помещение. А еще он знает некоторые наши тайны и никогда нам не мешает. Да, знаю. Поэтому не зашториваю окна. В лунном свете они оживают. Служащие музея называют их экспонатами, а я – произведениями, застывшими творениями мысли и кисти художника. Мама, господин сторож ушел. Можно я теперь поговорю с маленькой рукодельницей? Может быть, она оторвется от своей работы и поиграет со мной. А еще я хочу погладить вон ту большую лохматую собаку и ее деток и подружиться с куклами. Они ведь точно не хотят спать, правда? Ах ты, моя торопышка, не спеши, полночь еще не наступила. Как только часы пробьют 12 раз, ты сможешь побегать по залу вместе с детьми и поиграть со щенками. А вы не против прогуляться? С большим удовольствием, ведь это неповторимый и единственный в своем роде праздник. Какой прекрасный образ читающей девушки, живое воплощение Тургеневской библиотеки. Вы так прелестно увлечены книгой, как уютно в вашем окружении, как мягко падает отблеск огня от зажженного камина на ваше лицо, и ваше яркое желтое платье словно искрится на солнце. Благодарю. Я просто очень люблю читать. Французские романы, поэзию, прозу, читать и грезить. А здесь просто сон наяву. Да еще я оказалась на афише выставки. Но могла ли я когда-то мечтать о такой удаче? И мой создатель, Жан-Анаре Фрагонар, думал ли он, создавая меня, что в один прекрасный день я окажусь в России? И не где-нибудь, а в самом центре столицы, в городе Москве, в старейшей публичной библиотеке-читальне имени Ивана Сергеевича Тургенева. И пока здесь проходила выставка, я тихонько по ночам выходила из своей рамы и бродила по залам библиотеки. Это было особенным удовольствием и наслаждением перелистывать шуршащие от времени страницы и погружаться во все новые и новые истории. Так я познакомилась и с творчеством самого великого русского писателя, чьим именем названа эта библиотека. И удовольствие, которое я получила, останется со мной надолго. Мне будет о чем рассказать. Теперь у меня есть своя маленькая тайна. Какой прекрасный натюрморт, какие свежие, манящие фрукты. Я прямо чувствую фруктовый запах от этой картины. Хочется взять и откусить. О, это потому, что мастерица, которая меня вышивала, сама из Средней Азии. Там все так пахнет, и очень красивые фрукты. Да, эта картина действительно напоминает Восток, арабскую сказку «Тысяча и одна ночь». Такие яркие краски и экзотические вкусы. Я очень рада, что обратила на себя внимание такой прекрасной дамы. Спасибо за теплые слова и образы. Я тоже очень люблю арабские сказки. Да, это прямо как в сказке. Персик напоминает мягкую, теплую, наполненную ароматами ночь. Виноград – незабываемые восточные сладости, каждая со своим послевкусием. Гранат – пещеру Али-Бабы. Она как будто немного приоткрылась, и оттуда посыпались рубины. Какие прекрасные образы! Я прельщена.
Я правда в восхищении. Слива кажется тронью и брызнет сок. Сок с кислинкой, дабы немного разбавить сладости востока. И бабочки, естественно, слетелись на сладости. Ах, вы просто сделали мой сегодняшний день. Благодарю вас за это. И какое это было счастье оказаться вместе в Тургеневской библиотеке. Это просто подарок судьбы. Ах, сестрицы, я тут видела чудо чудное, диво дивное, невиданной красоты убранство. Шелка красные в платье переливаются, жемчуг звездами сияет, а на голове золотом убор отливает. Так пойдем же скорее познакомимся с этой удивительной красавицей. Здравствуйте, краснодевица! Ваш наряд настолько прекрасен, что озаряет своим светом все вокруг. Спасибо. Это традиционный русский костюм. Рубаха крашена вышивкой, кружевом, да расшитая жемчугом. Сверху красный косоклинный сарафан. Он состоит из множества элементов, поэтому тяжел, задекорирован по подолу читаном. Это тонкая тесьма домашней работы из красной шерсти, а верх украшен полоской бархата. А что за диковинный головной убор у вас? О, это один из русских праздничных девичьих уборов. Сколько же их? И не счесть, и венец, и кичка, почелок, ряска, сорока, кокошник, повойник. А мой называется коруна. Это твердый венец в виде выпуклого обруча с прорезным узором. Он имеет околыш, украшенный золотым шитьем, жемчугом и бисером. Ах, как бы мы хотели себе такие платья! А позвольте спросить, кто запечатлел ваш образ на холсте? Меня писал знаменитый русский живописец Журавлев Фир Сергеевич. Он академик Императорской академии художеств. Один из учредителей Санкт-Петербургской артели художников. И он писал русских красавиц? В особенности он известен несколькими картинами, сюжет которых взят из купеческого быта. А еще он участвовал в росписи великих русских храмов. Какой замечательный художник! Наверное, его картины хранятся во многих других видных музеях. Да, картины Фирса Журавлева есть во многих музеях мира. Вот и Государственному музею изобразительных искусств Республики Татарстан тоже повезло. Ведь там обитаю я, боярышня. А теперь ваше воплощение в нитках побывало и в библиотеке читальни имени Тургенева. Как же это прекрасно и удивительно! От лица русских женщин приглашаю всех милых западноевропейских дам в гости в Россию. Да не забудьте пригласить и своих приятельниц, очаровывающих своей красотой, которые обрадуют взоры смотрящих на них. В России рады общению и дружбе со всеми, кто приходит к нам с миром и добротой, а также с верой, надеждой и любовью. Разрешите поинтересоваться, как вас зовут, прекрасная дама? Благодарю. Меня зовут Маркиза де Коман Ла Форс, урожденная Анна ЖКБ Ампар де Коман де Ла Форс, а после замужества графиня де Бальби. Вот это да! Какое у вас длинное имя и какое у вас роскошное платье. Ах, знаете, по меркам того времени это вполне себе консервативное придворное платье. Ничего себе консервативное платье. Вот времена, вот нравы. А какой вышивальный станок у вас? Неужели на таких вышивали еще в 18 веке? Да, вот станок действительно роскошный. Такие можно было встретить только в царских дворцах в то время. На этом портрете вы выглядите совсем молодой девушкой. И такая искусная, утонченная работа. Ах, пожалуй, я вас удивлю, но в 1767 году, когда я позировала для этого портрета, меня официально представили при дворе французского короля Людовика XV.
что и послужило поводом для написания моего портрета очень модным тогда придворным портретистом Франсуа Юбером Друэ. И мне тогда было всего 14 лет, поэтому и картина называется «Маркиза де Коман Ла Форс», то есть еще по моей девичьей фамилии. А в 17 лет я уже вышла замуж за полковника графа де Бальби. Вот это да! Никогда бы не подумала, что вам здесь всего 14 лет. Наверное, очень интересная была у вас жизнь. Да уж, есть что вспомнить. Я была французской аристократкой и фрейлиной графини Прованс. И прежде всего, известна как любовница графа Прованса, который впоследствии стал королем Людовиком XVIII. Вы так смело и открыто об этом рассказываете? Что поделаешь, я дитя своего времени, дорогая. Современники описывали меня как остроумную красавицу с большим чувством юмора, но также как коварную и безжалостную особу. А сколько у меня было поклонников, и не перечесть. Но между ними мой Людовик всегда занимал первое место. Интересно, каково это быть фавориткой короля? О, это очень увлекательно, уверяю вас. Вот, к примеру, в 1785 году мой Людовик, тогда еще граф Прованский, с помощью архитектора Шальгрена создал для меня и в мою честь один из садов в Версале. Этот сад с павильоном был разбит в английском пейзажном стиле. Павильон, к сожалению, был разрушен, а сад сохранился в первозданном виде до сих пор. И если вы будете в Версале, обязательно посетите этот частный парк графини Бальби. О, обязательно посещу. В Париже сейчас живет моя близняшка, кукла наследника Тути. Она уехала в Париж, и мне очень скучно без нее. Но там ей очень и очень весело. Она находится в Париже, живет в галерее рядом с Па де Руаяль, Комеди Францез. Галерея очень старинная и известная, называется Нокс. Я надеюсь, что мы с ней обязательно скоро-скоро встретимся, потому что я тоже собираюсь в Париж. Ах, какая прекрасная сумочка! Сразу видно, сколько труда здесь вложено, сколько разных техник вышивки. Я слышала, как одна посетительница задавалась вопросом, зачем нужны такие сложные изделия? Зачем вообще мастера тратят время на их создание? Наверное, чтобы удивить и удивиться. И ведь даже приятно удивиться, друзья. Но вот полезно ли это, к примеру, для самого мастера? Я не знаю. Думаю, что дело тут не в пользе, а в красоте. Ведь это так красиво! Какой полный красоты и гармонии образ. Сразу видно итальянку. Какая стать! Какая гордость во взгляде, завораживающий глаз и одежда, как у оперной певицы. А я раньше и не представляла свою жизнь без оперы. Все время проводила в воспоминаниях. Вот я стою на сцене итальянской оперы. И буря оваций, и зал восхищений, и в предвкушении. И ждет. Ждет, когда я начну петь своим прекрасным сопрано партию в опере «Ла Финта Фраскотана». И вот я вижу восторженные глаза мужчины. Он потом пробрался за кулисы, вручил мне прекрасный букет алых роз и сказал, что он художник. Его звали Луи Пизани, и он потрясен. Он вдохновлен моим пением и хочет написать мой портрет. Он сказал, что хочет создать образ прекрасной женщины под влиянием увиденного в опере.
Да-да-да, он так и произнес восторженным голосом. Образ прекраснейший из женщин, которых он когда-либо видел в своей жизни. И это непременно должно быть в красивом наряде оперной певицы. И вот я здесь. Как прекрасна и удивительна жизнь. Позвольте представиться. Меня зовут Хрустальный ручеек, и я давно вами любуюсь. Благодарю, мне очень приятно это слышать. Вы такая настоящая итальянка. Задорная, горячая, искренняя, приветливая. Только вот не могу понять, на этой картине вы кого-то встречаете или провожаете? Хороший вопрос. И у меня нет однозначного ответа на него. Потому что все зависит от взгляда, смотрящего на эту картину. Как это? То есть вас можно по-разному посмотреть? Вы еще и загадочная такая. Все дело в том, что когда меня нарисовал итальянский художник Ижен де Блас, он назвал эту картинку «Farewell» или «Прощание». Но какое же это прощание, когда я здесь выгляжу счастливой и веселой? Ведь действительно, вы тут очень радостная, задорная и приветливая. Приятно посмотреть. Вот-вот, точно, приветливая. Поэтому, когда дизайнер создавал схему вышивки по этой картине, она назвала меня «Приветливая итальяночка». И скажу я вам, что я именно такая. Да уж, мимо такой приветливой итальяночки точно не пройдешь. Счастлив должен быть тот мужчина, которого вы так приветливо встречаете. И снова вы попали в точку, дорогая. Ведь мастерица, которая меня вышивала, долгими вечерами ожидала любимого мужа из поездки в дальние страны. А я явилась воплощением образа этой прекрасной девушки, которая также с любовью в сердце и счастьем в глазах встречает своего единственного и любимого мужчину. Надо же, как интересно и гармонично все сложилось. И как замысловато переплелись задумка художника, потом дизайнера, а потом и самой мастерицы-вышивальщицы. Как удивительна жизнь и как она прекрасна. Смотри, какая интересная игольница. Это тоже вышивка, и какая красивая. Наверное, это тоже какая-то особенная техника. Да, я знаю, что это такое. Моя хозяйка часто делает одежду для моих подруг-кукол с элементами вышивки. А здесь якобинская вышивка. Якобинская? Слово-то какое красивое. Она зародилась еще в 17-18 веках в Англии, в период правления Якова Английского. Тот период рос интерес к англичан к дорогому интерьеру, в особенности к мебели. А обивку тогда делали из очень дорогих и красивых материалов. Да-да, знаю. Как-то рассматривала старинную книгу с картинами английских дворцов. Там такие интерьеры волшебные. И все сплошь гобелены расшиты. Вот и здесь. Цветы заплетаются в прекрасные узоры. Да,
Именно такие узоры, выполненные цветными шелками на льняной ткани, вошли в моду в раннюю елизаветинскую эпоху. И эта техника сохранилась с тех пор и поныне? Да, сохранилась. Более того, в наше время в якобинской вышивке появились новые материалы. Шелковые и металлизированные нити, стразы, бисер, бусины и стеклярус, которые невероятно украсили и разнообразили этот вид вышивки. Как же это здорово, когда мастерство со временем не умирает, а преображается и обогащается чем-то новым и прекрасным. Давно хотела с вами познакомиться. Я солнышко лесное, а вас как зовут? Не сочтите меня невежливой, но я бы не хотела называть своего имени. Предпочитаю оставаться загадочно-таинственной незнакомкой. Да, вы действительно получились очень загадочная, настоящий психологический портрет. И при взгляде на вас в голове рождается не только образ, но и некая история. Ах, благодарю вас! Как же вы правы! Вы просто попали в точку. Именно такой меня и задумывал художник, чтобы у каждого в голове рождалась своя история, причем у всех разная. Да-да, буквально недавно на этой выставке я слышала, как один джентльмен рассказывал свою историю, которая у него возникла, глядя на вас. Это было очаровательно. А картина... А вы помните? Вы помните, да. Там такой взгляд. Что там было? Очень загадочно. Разные истории могут родиться. И разочарование, и ностальгия. Много чего. Вот как. Угу. И такой, ну, в одну реку даже не войдешь. Ну, все. О. Я ее потерял. Как я мог? Я был лохом. Я и сейчас лох. Привет, меня зовут Вера, а меня Маша. Мы давно присматриваемся к тебе. Какая чудесная девчушка, как внимательно и увлеченно ты склонилась над своим рукоделием. Спасибо большое, я очень стараюсь. Здесь, на этой выставке, собралось столько замечательных мастеров. Так много они умеют делать своими золотыми руками. И хоть не все говорят, что я еще маленькая девочка, я не хочу отставать от взрослых мастериц. Мне нравится что-то создавать своими руками. Вот плету кружева. Ты большая умница. У тебя очень ловко получается плести кружева. Вот уж точно маленькая кружевница. И настолько виртуозно написана эта картина, что каждый раз, глядя на тебя, мне кажется, что кружево на картине все растет и растет. Просто чудеса, да и только. О, да, эту картину написала моя мама, английская художница Софи Андерсон. Она была действительно мастером своего дела. Я очень ей горжусь. Да, видно, что картина написана мастерски. Такое внимание деталям, отлично прорисованные малейшие черты одежды, лица, чудесный румянец на твоих щечках. Если бы ты видела другие ее портреты, ты бы удивилась еще больше. Они прекрасны. Да, мне попадались несколько чудесных портретов, выполненные кистью этой художницы. Она настоящий мастер своего дела, и это заслуживает очень большого уважения, потому что в викторианскую эпоху замужним женщинам не позволялось работать. Но, будучи замужем за художником, Софи смогла заниматься живописью. Еще я знаю, что она участвовала во многих выставках и изучала приемы письма других мастеров. Спасибо тебе большое, мне очень приятно, что ты знакома с творчеством моей мамы Софи Андерсон. Большинство ее работ находится в частных коллекциях. Их не просто увидеть своими глазами.
Зато все написанное ею и сегодня очень высоко ценится коллекционерами всего мира. А еще издается множество репродукций с ее картин. А вышитая картина на выставке в Тургеневке – это просто чудо. Так реалистично выглядит. И ты, маленькая кружевница, здесь просто живая. Спасибо вам, друзья. Здравствуйте, милая Катерина. Не удивляйтесь, я знаю, как вас зовут, потому что слышала, что именно благодаря вам родилась идея проекта «La Vie est belle» или «Жизнь прекрасна». Здравствуйте. Как приятно это слышать. Неужели слух об этом дошел и до мира кукол? Конечно, ведь волею судеб мы оказались вместе на этой выставке в Тургеневской библиотеке. Очень приятное соседство. Уверена, что оригинальной картине, которая живет в галерее красавиц Людвига Поварского в Нимфенбургском дворце под Мюнхеном, такое и не снилось. Да, я немного знаю историю художников и историю картин, но не знаю вашу историю, а мне было бы очень любопытно узнать, как вы оказались в галерее красавиц. Это ведь так почетно и так престижно, и не каждая дама удостоилась такой чести. Мое полное имя Катерина Роза Бацарис, и я дочь Маркоса Бацариса, известного греческого военачальника, героя освободительной войны Греции. Ваш отец, безусловно, великий и уважаемый человек. Но ведь и вы сами стали известны не только благодаря славе дочери знаменитого героя, так ведь? Пожалуй. Я была придворной дамой при греческой королеве Амалии. Она, кстати, происходила из российской царской семьи и сопровождала королеву в ее визитах в разные европейские страны. Да, представляю, какую всеобщую любовь и уважение вы снискали себе за вашу красоту, очарование и добросердечие. Ах да, не буду этого отрицать. Король Баварии Людвиг I лично наградил меня орденом Золотого Креста. И в мою честь даже был назван аромат «Дамасская роза». Какая удивительная женщина, какая удивительная судьба. Я очень рада знакомству с вами. Какое изумительное голубое платье! Как переливается шелк на рукавах! Какой дышащий летом и солнцем букет у вас в руках! Какая неподвластная времени красота и нежность взгляда! Благодарю за комплимент! Меня создал итальянский художник Рафаэль Джанетти в 1879 году, и он действительно постарался передать мое тогдашнее настроение и мой летний букет. И настоящим подарком для меня стали стихи Натальи Пегас, которые попались мне здесь, в Тургеневской библиотеке, когда я бродила ночью по читальному залу. Представляете, я нашла стихи про меня. Вот они. В саду венецианском бил фонтан, ты прижимала маленький букет, и каждый листик нежно трепетал и впитывал души блаженный свет. Пока не пригубила ты бокал земной любви, не ведала страстей, еще никто тебя не целовал, не поджидал с улыбкой у дверей. Цветы струили дивный аромат, лучи резвились между гибких веток, блуждал слегка печальный чистый взгляд, пел соловей, и начиналось лето. А я, кажется, нашла нам подружку, такую же озорную и милую, как мы. Как здорово! Познакомь меня с ней скорее. Ну что за чудесная рыженькая девчушка! Как мил и близок мне этот образ! Как много у нас общего!
Да, действительно, у нас очень много общего. И эти замечательные кудряшки, и веселые глаза, и ямочки на щеках, и чистый задорный взгляд, как будто смотрюсь в зеркало. Да, у нас действительно много общего. И я очень рада, что нашла таких замечательных подружек. Вот бы нам вместе пробежаться по полю, собрать цветы, заплести их в веночек. Я уже представляю, как мы бежим, взявшись за руки, а жизнь вокруг вся такая яркая, солнечная, счастливая, беззаботная, как бывает только в детстве, когда счастье тебя переполняет просто так, без каких-либо причин. Я слышала, как многие взрослые уже люди говорили, что, глядя на тебя, они как будто окунаются в детство. Ты как будто их часть, только детская, но очень-очень близкая и родная. Мне кажется, многие, глядя на тебя, испытывают похожие чувства. Я очень рада, если это так, ведь в душе мы все дети. В каждом человеке живет маленький ребенок, живой, немного шаловливый и счастливый без всякого повода, как бывает только в детстве. Как здорово, что мы встретились здесь, в Тургеневской библиотеке. Да, будем дружить! Да, я очень рада найти здесь замечательных подруг, которые разделяют со мной мою радость и беззаботность детства. Вот еще одна милая девочка, и тоже рыжеволосая. Как зовут, милое дитя? Я Кони Джилкрайст. Полное имя Констанс Макдональд Джилкрайст. Родилась 23 января 1865 года. И еще с детства я позировала для многих художников и фотографов, в том числе для известного английского писателя и автора «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Вот это да! В чем же секрет такого вашего успеха у художников и писателей? Это все благодаря тому, что я играла в лондонском театре в Адельфи. Это театр в Вест-Энде на улице Стрэнд в Вестминстере. Детские труппы в таких театрах вообще достаточно распространенное в то время английское явление. И что же вы играли в этом театре? О, я участвовала во многих музыкальных и комических представлениях. Была Арлекином, играла Зибель в «Маленьком докторе Фаусте», играла Марджери Минвелл в «Гуди ту Шуз». Это английская вариация на тему «Золушки». Там-то как раз меня впервые увидел Льюис Кэрролл. Да вообще много всего было. Ого! Вот это успех! А какие художники вас изображали? Юную Кони в разное время изображали самые разные художники. Фредерик Лейтон, Джеймс Уистлер, Фрэнк Холл, Вильям Пауэлл Фрид, лорд Лонсдейл и другие. Как интересно! А сколько вам лет на этой картине? Здесь мне 14 лет. А вообще художник Фредерик Лейтон написал несколько моих картин. И впервые он меня изобразил, когда мне было всего 6 лет. Очень интересно. А как сложилась ваша жизнь потом? Ну, позже я стала артисткой мюзик-холла, потом вышла замуж за графа Оркни и навсегда покинула сцену. После свадьбы мы с мужем переехали в его графское поместье, где вели тихую, спокойную жизнь, и на время исчезли из высших кругов Британии. Я стала леди Оркни, и мы с мужем увлеклись охотой и предоставляли свои угодья для охоты другим титулованным особам, что, кстати, привело нас к тесной дружбе с семейством барона Ротшильда. Какая интересная у вас жизнь! А на этой картине очень притягательный взгляд девочки. Удивительно задумчивый, взрослый и в то же время по-детски живой и вопрошающий. Очень интересно, на что смотрит эта маленькая девочка с таким вниманием? Ах, теперь уже и не вспомнить. Возможно, художник просто захотел меня увидеть именно такой. И еще хотел, чтобы все, кто потом будут смотреть на эту картину, тоже останавливались, завороженные этим пристальным взглядом. А где сейчас находится оригинал этой картины? Оригинальная картина находится в галерее искусств Гамбурга, Германии.
А мне посчастливилось воплотиться еще и в вышивке и побывать здесь, в Тургеневской библиотеке, да еще в таком приятном соседстве. Очень рада была найти здесь много новых друзей. Давно на вас смотрю и никак не могу понять, кто вы. Ах, как мне ответить? Ведь все мы, картины, вышитые руками мастера по полотнам разных художников, очень многогранные, я бы даже сказала, многоликие. Что вы имеете в виду? Ну вот я, например. Сперва была «Титания, королева фей», написанная сэром Фрэнком Бернардом Дикси в качестве иллюстрации к одной из комедий великого Шекспира. И поверьте, я была вполне довольна своим положением. О, да, я хорошо знаю Шекспира. Наши кукольные мастера тоже часто создают образы по его сюжетам. Но потом у меня появилось новое воплощение. И теперь я ищу олицетворение весеннего ветра, свежего, сильного, запаха молодой листвы и первых цветов. Так это же прекрасно. Одно совершенно не противоречит другому. Да, но вследствие моего нового воплощения я стала настолько противоречивой, что даже раму, в которой сперва оформили мой вышитый портрет, заставила поменять. Какая решительная и настойчивая девушка! А с виду сама скромность и воплощение ангельского терпения. Ну чего еще ждать от феи? Про королеву я упоминать не буду. Портрет, который воплощался в нитях под смесь Шопенгауэра и Sex Pistols. Да, в скромности тебе, дорогая, не откажешь, конечно. Не зря я не хотела отпускать тебя на выставку одну. Вы не представляете, какая она кокетка. Приходится все время напоминать о манерах. Не поверите, что она устроила, когда ей рама надоела. Кстати, она мне нравилась. Я вижу, вы тут уже давно знакомы и хорошо друг друга знаете. У вас, наверное, и мысли, и чувства тоже сходятся. Моя дорогая подруга Титания права в том, что все мы впитали в себя мысли и чувства не только художников, которые написали наши картины, но еще и дизайнеров и мастеров, которые с такой любовью и аккуратностью создавали наши вышитые портреты. Ах, как же я люблю истории про художников и картины. Расскажите свою, пожалуйста. Мой портрет маслом был написан в 1874 году. Художника звали Вольган Бем, а потом... В 2014-м я вдруг стала бабушкой. Но не в том смысле, как вы могли подумать, конечно. Просто мастер, который вышивала мой первый портрет Ников, все время думала о своей любимой бабушке, с которой мы оказались очень похожи. Какая удивительная история. И должна вам сказать, что это повлияло на меня странным образом. Теперь я постоянно всех утешаю и напоминаю держать спину прямо. Верно. А еще ты постоянно напоминаешь мне не говорить с набитым ртом. Хорошо, что у меня на этом портрете руки и ноги не видны, а то могу себе представить. А, так твой портрет – это только фрагмент картины, да? Точно, фрагмент. Дело в том, что на этом портрете у меня только лицо видно. Но есть еще один мой портрет, большущий, там я вся целиком. Теперь понятно, что к чему. Художник заставил меня позировать прямо во время завтрака, представляешь? Ужас, не дали ребенку поесть нормально. А потом больше 100 лет мне все напоминают, что говорить с набитым ртом неприлично. Как я тебя понимаю. Нас тоже постоянно учат хорошим манерам. Мы ведь леди. Того художника звали месье Бугро, а точнее Адольф Вильям Бугро. Он не только мой портрет написал, не один, но и многих моих друзей. Вообще это было немного скучно, сидеть и позировать, особенно когда друзья убежали играть.
белое, зато ты с художником познакомилась, потом и с другими картинами, а теперь и с такими замечательными куклами. Ой, здравствуйте! Какая вы прекрасная! Вас тоже, наверное, известный художник написал. Здравствуйте, меня зовут Мария. Живописно родословная у меня некоторая путаница. Этот мой портрет был вышит по копии с картины Карло Дольче, но я все равно отлично помню ту Флоренцию времен заката династии Медичи, в которой был написан мой первый портрет. А было это еще в далеком 1670 году. И что, ваш оригинальный портрет до сих пор во Флоренции? Да, этот портрет и сейчас там. А я оказалась так далеко на севере от солнечной Италии. Но здесь тоже очень интересно, особенно когда встречаешь новых знакомых. А нет ли у вас желания прогуляться по моим дорожкам? Подышите свежим воздухом. А это вашей красоте только на пользу пойдет. Приглашаю. Ах, это было бы чудесно. Замечательно. Действительно, удивительно манящая картина. Словно приглашает войти в себя. Эти опушку, дорогу и поле написал замечательный белорусский художник Владимир Онищенко. И название он картине дал емкое — «Дорога в детство». Да-да, именно так. Пойдешь по такой дорожке и как будто окунешься в детство, детские воспоминания и беззаботные детские солнечные деньки. Именно так! Да, да, конечно! Самое интересное, что любой, кто пойдет по моей дорожке, довольно быстро дойдет к домику кого-то из своих любимых родственников, мамы, бабушки или тети, а там внутри его будет ждать накрытый стол с любимыми блюдами из его детства. Такое волшебство! Вот! Да, это точно, волшебство! Бежали! Когда прогуляетесь по дорожке своего детства, и ко мне заходите. Какая прекрасная картина, как будто смотришь из окна на волшебный сказочный город. А тут какой город, какая страна? Здравствуйте, милые джентльмены, а у меня тут город-сказка. И правда сказочный город. Такого что, не бывает на самом деле? Это идеальная Голландия, в реальном мире вы не найдете такого. Я ни разу не был в Голландии или еще где-то в Европе, а тем более в сказочной Голландии. А что за люди живут в этом городе? В моем городке у всех все хорошо. Все счастливы, и у каждого есть свое любимое дело и много-много друзей. Вот бы оказаться в таком городе хоть на часок, побродить по волшебным улочкам, познакомиться с его необычными обитателями. Оригинал картины написал художник Вильям Кукук в конце прозапрошлого века. И знаете что? За углом той церкви, что изображена тут, есть еще улочки и переулки, а на них множество пустых домов. Они не видны, пока в них нет жильцов. Но если кто-то заходит в гости, он может поселиться в одном из этих домов. На время или навсегда, как пожелает. Счастливые люди, художники, могут воплотить все, что угодно, любые свои мечты и фантазии. Это точно, и не только художники. Скажу вам по секрету, что мастерице, которая создавала мою вышитую ипостась, удалось воплотить такой волшебный домик в реальности. Но как это возможно? Не знаю как. Сперва он был тут, в моем городке. А потом его брат-близнец самым волшебным образом начал появляться недалеко от Москвы. Меня обещали туда привезти. Навевает на мысли о фракталах, правда? Художника
Я знаю, это Джеймс Тиссо. Он до сих пор славится своими красотками в элегантных нарядах. Да-да, точно. По его картинам можно изучать моду 19 века. Пышные юбки, эффектные шляпки, банты и рюши. Уж нам ли не знать? В нарядах мы знаем толк. Его работы можно смело использовать как пособие для создания костюмов к сериалу, действие которого происходит в эту эпоху. Интересно узнать, какое действие разворачивается на этой картине. Давай спросим. Привет! У вас тут просто праздник жизни. Что здесь происходит? Сегодня 18-летие сестер-близнецов. На торжество собралось много гостей. А среди них есть и очень завидные женихи. Вот что значит великий художник. Умеет останавливать мгновение. Смотри, какие очаровательные девушки. Вдвоем на автомобиле. Давай познакомимся с ними. Узнаем, откуда и куда они направляются. Здравствуйте. Разрешите представиться. Мы Маша и Наташа. А мы сестры Голдсмит. Нас создал американский художник 19 века, который большую часть жизни прожил во Франции. Юлиус Леблан Стюарт. Какая милая собачка с вами в автомобиле. Это американский бульдог. Юлиус всю жизнь был страстным собачником, поэтому даже на автомобильной прогулке нас сопровождает наш Оззи. Как здорово! И какой прекрасный день! Да, сегодня был изумительно солнечный день, и наша прогулка в Булонском лесу удалась на славу. Ах, вот как! В Булонском лесу? Как это мило и романтично, и очаровательно. Но уже приближаются сумерки, и мы спешим вернуться в Париж к своим женихам. А завтра мы вместе поедем в Компьенский дворец, где находится оригинал нашей картины. Какая милая девочка и какой очаровательный у нее пес. Просто чудо. Добрый день, милое дитя. Мы Полина и Алина. А как тебя зовут? И как зовут твоего друга? Я Эльза, а это мой верный друг Бруно. Давно к вам присматриваемся. Бруно всегда тебя сопровождает? Да, каждое утро мы вместе с моим верным другом идем по этой дороге через парк в школу. В это время дня парк бывает пустынным и безлюдным, но с Бруно мне никто не страшен. Как это чудесно иметь такого верного и преданного друга. Эту картину написал известный английский живописец 19 века Чарльз Бертон Барбер. Больше всего он любил рисовать детей и домашних животных, потому что безумно их любил. Да, изображения собак ему особенно хорошо удавались. Это точно. Барбер был любимцем королевы Виктории и также изображал внуков королевы и их домашних питомцев. Очаровательно! Ой, а на ваших одежках тоже есть вышивка, и очень изысканная. Да, и удивляет то, что многие люди просто не замечают эту вышивку. Думаю, что мастерица, которая создала эти чудесные куклы и украсила их изысканной вышивкой, хотелось удивлять людей своим мастерством, своими навыками, своим утонченным вкусом. Зато получились мы. Куклы, которые наша мама-мастерица назвала «куклы для дочери». Для какой дочери? Для любой дочери.
Мы куклы для девочек, которые могли бы с нами играть, именно играть, придумать какие-то истории, брать нас на руки, переодевать нам платья, сажать за кукольный стол, укладывать спать. Ведь именно так девочки играют в свои куклы. Точно, именно так девочки играют и приобретают какие-то навыки, которые им очень-очень пригодятся потом в жизни. И вот когда девочка возьмет нас в руки, ей будет интересно рассматривать тот или иной вышитый воротничок, украшение шляпки, вышитую накидку на платье. Да, но прежде всего у каждой из вас чувствуется свой характер. Нужно ощутить теплоту каждой куклы, ваш забавный образ, милый характер. Я думаю, что любой девочке будет полезно взять вас в руки. Да. Мы куклы для любой дочери, с нами можно играть, мы полностью подвижные и можно менять нам гардероб. И вы правильно сказали, что все-таки в первую очередь надо прочувствовать наш характер – забавный, наивный и милый. Это то, что должно быть близко всем детям. Да-да-да, потому что то, что родители сами дают своим детям, с тем они играют. То они и читают, то они видят перед своими глазами. Вот я сейчас поняла важную вещь. Все то, что дети видят, слышат, имеют, дают им их родители. Точно. И поэтому, когда взрослые говорят, мы так не играли, или сейчас непонятно, в какие дети, в кого они, конечно же, дети в родителей. Все, что у них в руках, все, что у них перед глазами, дают им, конечно же, родители. Поэтому стоит задуматься и стоит все-таки рассуждать, что должны видеть дети, во что они должны играть, какие книги читать, о чем мечтать. Да просто больше беседовать с детьми, просто больше их любить, чаще играть с ними. Я думаю, что из этого и складывается вся наша жизнь. Ну что за чудесная картина, от нее просто веет домашним уютом и спокойствием. Спасибо, очень приятно. В нашем доме всегда тепло и уютно, у нас очень дружная семья. Да, это чувствуется, и чувствуется, что вам хорошо вместе, и членам семьи, и вашим лохматым друзьям. Это точно. Наша собака Матильда тоже полноправный член нашей семьи. Она считает себя няней нашей дочки Аси, присматривает за ней и все время оберегает. Видно, что они с Асей большие друзья. А когда Матильда родила щенков, они тоже стали с маленькой Асей лучшими друзьями. И теперь каждый вечер перед сном желают друг другу спокойной ночи. Как чудесно! Моя хозяйка тоже всегда мне желает спокойной ночи перед сном. А еще поет мне колыбельную, там такие замечательные слова. Свою куклу я качаю, спать укладываю, чтобы кукла не скучала, байки складываю. Потом песню пропою ей тихо, ласково, да поправлю одеяльце ей атласное. Спи, усни, моя подружка, без забот, хлопот. За окном на небе звезды водят хоровод. Нам с тобой не будет скучно до утра. Сказки ждут нас в снах чудесных. Спать пора. Спасибо большое за приятную беседу. Но уже далеко за полночь. Теперь нам всем пора спать, чтобы завтра быть отдохнувшими и радовать новых посетителей. Вы скажете, так не бывает. Но кто знает? Библиотека – это особый мир, живущий по своим законам.
Желаем волшебства всем-всем. И пусть ваша жизнь будет прекрасной и наполненной любовью. Любовь – это всегда прекрасно. Все самое ценное в жизни рождает любовь. А ты говоришь, а мне кажется, ему нравишься ты. А мне кажется, ему нравишься ты. Отлично. Артистка, артистка. Вообще, вот кому надо слышать. Вот я теперь поговорю с маленькой рукодельницей. Молодец. Вообще. Спасибо всем за тишину. Скажи, ужас. Ужас. Угу. Так, скажи еще раз ужас, потому что там шептались восторженно. Вообще. Того художника звали месье Бурдо. Прекрасно, прекрасно. Отлично. Того художника звали месье Бугро. Того художника звали месье Бурго. Умница. А точнее, Адольф Вильям Бугро. Умница. Все, не буду больше мучить ребенка. Спасибо. Умница, умница. Еще посмейся, ты лучше всех смеешься. Это была все та же вышивка. Давайте зачитывай. Молодец, правильно мыслишь. В то время действительно. Наше время векобит. Все. Мне даже плохо. Что ты есть, да? Рыжий этот. Рыжий мех. Взгляд. Ну что ж, да. Есть. Наглядное это как это. Воплощение, руками не трогать. Ну, куколями можно. А мне вот тоже мама сделала такой наряд. Ой, ну что за чудесная рыжая девчушка. Не верю, не верю. Как-нибудь смотри. Ну что за чудесная рыжая девчушка? Так, посмотри-ка. Давай, поняла, да? Вот я хочу эмоцию. Давай. Я буду вас мучить, девчонки, я предупреждаю. Кошмар. Да. Посмотри, прям профиль. Ну, я тебе говорю, профиль. Похоже. Что-то есть вообще. Классно. 14-летняя. А сколько сок лет? Тоже. Они прям даже похожи в чем-то. Глаза огромные. Они вместе идут или встречаются? Не, вот, вот этого мы сняли. Давай теперь я вот этого засниму, как он подходит. Ой, молодец какая. Вот вообще личико так светится.